Итак, воскрешение. Пистолет без звука, 5 боевых и 1 холостой патрон в барабане. Приглашаются все убитые. Каждый игрок сам раскручивает барабан и передает его ведущему, а тот стреляет в холку убитому. Из всех игроков воскресает только один. Пятый этап. Лобовая атака. В барабане 4 боевых и 2 холостых патрона. Звуковой сигнал пистолета выключен. Игроки выходят парой и стреляют друг другу в лоб. Наступило время полуфинала гусарской рулетки. В игре 4 человека. В пистолетах 2 боевых и 4 холостых патрона. Вызываются 2 участника. Меньший номер раскручивает барабан и стреляет себе в висок. Если он остался жив или смог скрыть боевой выстрел, волевая игра. Он передает пистолет противнику. Играют до тех пор, пока в живых останется 2. Финал. Русский покер. Игроки вставляют в барабан патроны в произвольном порядке. 3 боевых и 3 холостых. Судья записывает расположение патронов. Участники меняются пистолетами. Затем игроки стреляют друг в друга. Задача стреляющего – угадать, был выстрел или нет. Задача того, в кого стреляют – сблифовать. У каждого 3 жизни. Если стрелок угадал, какой выстрел был – боевой или холостой, то у соперника сгорает 1 жизнь. Если не угадал, то жизнь сгорает у стреляющего. У кого быстрее всего сгорят жизни, тот и проиграл. Ты умираешь и воскресаешь, проигрываешь и побеждаешь. Но это не важно. Чистый адреналин у всех.